После окончания последнего ледникового периода, 10 тысяч лет до нашей эры, Британия и Европа не были разделены Ла-Маншем. В результате изменения климата поднялся уровень моря, изменилась растительность, и Британия покрылась густыми лесами. Вступление в эпоху неолита произошло от перехода охотников и собирателей к земледелию и скотоводству. Земледельцы раннего неолита перебирались на острова, на поросшие травами равнины, через все расширяющийся пролив. Стоунхендж был расположен на одной из этих территорий, где была возможность обрабатывать землю. Здесь создали небольшие поля, где выращивали зерновые культуры, такие как пшеница и ячмень. В окрестностях паслись одомашненные животные. Неолитические поселения располагались поблизости от рек, где они ловили рыбу и охотились на птиц. С ростом населения и развитием хозяйства увеличивалось количество орудий труда. Благодаря земледелию люди собирались вместе, праздновали и поминали своих предков. Первые землевладельцы были строителями курганов и ипподромов, которые связаны с погребальными церемониями. Они изменили ландшафт Стоунхенджа, придали ему особый характер и заложили фундамент будущего. После создания Стоунхенджа строились другие хенджи и круглые курганы. Ипподром был построен до появления первого Стоунхенджа в 3400 году до нашей эры. Возможно, он был создан как священное место. Это земляное сооружение удлиненной формы со рвом и насыпью имеет ширину 100 метров и длину 3 метра. Глубина рва чуть больше 1 метра, вырыта неравномерно. Длинный курган построен 3500 лет до нашей эры. Он был центром захоронений и состоял из круглых курганов конца бронзового века. Вокруг него были обнаружены следы рвов. Этот холм длиной более чем 80 метров и шириной более 25 метров виден издалека. Через курган от Стоунхенджа проходит длинная дорога, длиной 3 километра и шириной 14 метров, вдоль которой видны два невысоких земляных вала и наружные рвы. Недавние раскопки показали, что они расположены по линии природно-геологических объектов, образовавшихся в результате последнего ледникового периода. Авеню была создана 2300 лет до нашей эры, более чем 100 лет после завершения центральных каменных структур. Она два раза меняет направление. Первый отрезок, относящийся ко второму периоду Стоунхенджа, направлен на северо-восток, что соответствует восходу солнца во время летнего солнцестояния. Остальная часть дороги относится ко времени третьего этапа сооружения Стоунхенджа, около 2600-х и 1700-х годов до нашей эры. Сегодня Стоунхендж – это впечатляющие руины, но когда он был построен, то выглядел совершенно иначе. Круговой ров и насыпь построили охотники-островитяне 3000 лет до нашей эры. Первый Стоунхендж представлял собой кольцевое ограждение диаметром 110 метров. Его контур был обозначен валом, из которого в ходе раскопок вырыли внутреннюю насыпь из мела. Первоначально ров был выкопан при помощи кирок из рогов оленей. А мел, который транспортировали в корзинах из звериных шкур, использовался для сооружения насыпи. Фрагменты кирок, найденные на дне рва, датируются 3000 годами до нашей эры. В некоторых местах рва обнаружены кости животных, которые оказались старше на 300 лет самого рва. Возможно, эти кости имели большое значение. Их могли принести в результате подношений, чтобы обозначить фундамент нового храма. Существует версия, что первый Стоунхендж использовали как место встреч или как защитное сооружение. About Stonehenge, and the very first beginnings of Stonehenge were in fact a circle and made of chalk, and so different communities dug an exact circular construction and to show the white chalk underneath. And so this is something which also has been happening previously. We've had many animals in the area, and also figures, for example horses, for example giant men, for example. So this is something which hasn't only happened at Stonehenge, where the chalk underneath has been used to make a pattern. And this circle is thought it was made by different communities, not just one community, but different groups came to be involved in building this construction.
And the reason why they think this is because the circle isn't exactly regular. And the tools that they used were, they didn't have metal. And they didn't have metal, but they did make use of what they could do, the materials that they had available. And one of the materials they had available was the antlers of deer. And so they made very good picks, and like pickaxes, and they could use these to dig out the earth. And so this, but another tool they used was actually the jawbones of cattle, for example, ox. And so they would use these as sort of like shovels to dig out to the earth as well. So these were very useful. And but when they became worn out and they became no longer sharp, they would just simply throw them down. And but modern archaeologists have found these antlers and these jawbones, and they've been able to carbon date these. And because they're able to carbon date them, they know exactly when they were used, how old they are. And these are of the age of 3000 BC, so roughly 5000 years old. So this was the very beginnings of Stonehenge, before the stones were put in place. Рядом с внутренним краем насыпи находится круг из 56 крупных круглых ям, находящихся на расстоянии 4-5 метров друг от друга, известные как лунки Обри. Они построены, вероятно, вместе с земляным ограждением. Лунки названы в 17 веке в честь антиквара Джона Обри, который их обнаружил и составил первый в истории план Стоунхенджа. Первый Стоунхендж не очень отличался от других ограждений подобной датировки. После того, как бикеры привезли голубые камни в 2500 году до нашей эры, изменился внешний вид Стоунхенджа. Народ бикеров был последним, кто переселился в Британию в эпоху неолита. Они установили 82 голубых камня весом до 5 тонн каждый, двумя небольшими концентрическими кругами. Первый и второй Стоунхендж строился около 100 лет. Вместе с постройкой второго Стоунхенджа кончился британский каменный век. Начиная с 1700 года до нашей эры, Британия входит в эпоху бронзового века, а вместе с ним начинается и заключительный этап строительства Стоунхенджа. Последними строителями были могущественные богатые уэссексы, которые вели широкую торговлю. The stones were put in place roughly 500 years later, so 2500 BC. And so we do in fact have two different types of stones. And we have blue stones, which are really from southwest Wales. And so these were actually very different from the larger stones, which are called sarsen stones, which are much closer nearby. And these sarsen stones, at the time of the last ice age, which is about 10,000 years ago, these were inside the ice as it travelled, moved. And, but when the ice melted, the stones just fell onto the ground. But it was felt that the way the ancient peoples cut these into these oblong shapes was with the sarsen stone itself. And they would hit the sarsen stones with this same stone because they couldn't use wood. Wood would be too soft. Bones, nothing was hard enough except the sarsen stone itself to carve out the stones. And they would use levers to lever them onto rollers, which were made from logs. And it's probable that the logs were from pine trees, because there were many pine trees in that area at the time. Pine trees are pioneer trees. They're the trees which firstly arrive after the Ice Age. Вокруг центра сооружения они воздвигли 30 вертикальных сарсенов с каменными горизонтальными перекладинами. Из 30 сохранилось только 17 сарсенов и 5 перекладин. 60 небольших вертикальных голубых камней были расположены внутри сарсенов. В центре круга была установлена подкова из 5 трилитов, которые поддерживали горизонтальные перекладины. Самый большой трилитон стоял в закрытом конце подковы. Это один из самых высоких стоящих камней Великобритании, высотой 7,3 метра. Три трилитона стоят до сих пор. В самом центре еще одна подкова, образованная из 19 голубых камней. На закрытом конце подковы, рядом с большим трилитоном, находится алтарный камень. У входа в земляное ограждение в авеню стоит пяточный камень.
На участке главного входа лежит горизонтально еще один большой сарсен. На его поверхности скапливается дождевая вода, которая вступает в реакцию с железом, содержащимся в камне, и это придает камню красноватый цвет. Предполагали, что этот цвет указывал на жертвоприношение. Отсюда и появилось название камня – эшафот. 4 стационарных камня первоначально стояли на линии, где находились лунки Обри. Один из двух сохранившихся камней стоит вертикально, другой лежит на земле, и на обоих есть признаки обработки. Два исчезнувших камня были окружены южным и северным курганом. Положение камней обозначает углы идеального четырехугольника, середина которого находится в центре монумента. Возможно, стационарные камни были геодезическими маркерами для строителей Стоунхенджа. Сарсен, как и голубой камень, обрабатывался каменными орудиями. Множество каменных орудий было найдено рядом со Стоунхенджем. После обработки камни поднимали вертикально на платформе, чтобы его конец находился над ямой. Потом использовали камни меньших размеров для перевешивания, и таким образом блоки опускали в яму. После этого каменный блок поднимали и устанавливали вертикально при помощи кожаных веревок из растительных волокон. В конце яму засыпали, чтобы удержать камень на месте. Сарсены в центральных местах были тщательно подравнены, чтобы создать четырехугольные блоки. Блоки и перекладины соединяли между собой с помощью шипа. I'm using volunteers, students. Always good to ask students to help with things like this. And so they dug a very big pit in the ground, and so but it had a slope to one side. But they pulled the with rollers they pulled the sarsen stones over the pit. But on the above the sarsen stone there'd be another stone. And so that stone they'd pull forward, and gradually this would then alter the center of gravity, so it would then make it fall into the pit. And it's felt then they pulled it straight by rope. So they, believe it or not, had ropes. And so ropes, very, very complicated to make a rope, actually, it's not easy. So this shows a very highly advanced technical knowledge to be able to make rope, for example. So they pulled them so they were straight. And but the stones on top, they were actually not quite known for sure how they did it. But it is possible one idea is they had a ramp, pulled them up a ramp slowly. Or another idea, it could be that they were levered slowly up with wood put underneath them, then levered up another side, another piece of wood, levered up again. So constantly going up like that, then pulled over the top of the two uprights and put in place. But they weren't simply, though, just put on top. They were put in with joints, mortise and tenon joints. A sort of upright piece and a hole. The hole will go over the top, like Lego. I'm sure everyone knows Lego. So they fell into the top like this. So it was. So in fact, this was a sort of prehistoric Lego, if you like. but that is the reason why they stayed there for so long, because if they didn't have these joints, they would have fallen over a long, long time ago. But that's what held them in so strongly. So the people who worked this out were the equivalent of our surveyors today. So that it wasn't crude, it was very technically accurate. And so they said that the way they worked out this exact circle was probably using a hexagon shape. Something else also of interest, the actual Stonehenge is on a hill, but it's not at the top of the hill. So we have a hill, Stonehenge is not at the top, it's to one side. And so, but still, even though it's one side, it's exactly straight. So the tops are exactly straight. So the question is, how could they make it exactly straight on the side of a hill? How do they know how to do that? And so they think the only way they would have known how to do that is to accurately measure the earth. And they therefore think it possible that they did actually know the earth was round, just because of that alone. So the actual surveyors were actually using very, very complicated knowledge to actually locate it exactly flat. Предполагается, что большинство сарсенов было привезено из Marble Downs. Голубые камни были привезены с холмов Пресли, которые находятся в Уэльсе в 240 километрах к западу от Стоунхенджа. В Уэльсе существовали предания об исцеляющих камнях.
Вера в целительную силу этих камней, возможно, и была одной из причин, почему были приложены такие усилия для их транспортировки. Предположительно, что часть пути голубых камней из Уэльса проходил по реке Эйвон. Река Эйвон имела для людей важное значение. Вместе с Авеню она соединяла Стоунхендж со всей местностью. Река была источником питьевой воды и пропитания. На берегу росли съедобные растения, в реке можно было ловить рыбу, форель и лосося. Здесь охотились на диких оленей и других животных, когда они приходили к водопою. В реке плавали выдры и бобры, чей мех хорошо ценился. Драгоценные предметы, брошенные в реку, показывают, что доисторические люди считали эти воды священными. В 2500 году до нашей эры рядом с рекой Эйвон строились каменные круги Стоунхенджа и возводились сооружения из мелой древесины. Самое крупное из них – Даррингтон Уоллс. Это массивное ограждение диаметром 470 метров располагалось в широкой впадине на берегу реки Эйвон в 3 километрах от Стоунхенджа. Ограждение с насыпью и рвом глубиной 6 метров и шириной 13 метров имело 4 входа. Здесь были найдены остатки двух деревянных сооружений северного круга и более крупного южного круга диаметром 23 метра. Каждое сооружение имело концентрические кольца из круглых бревен. Здесь также обнаружена керамика, кости животных и кремниевые орудия. So Darrington Walls, very close by, is in fact a place which is still existing today. Is there like a sort of like a bund really in a circular, and it's so big that actually there's a village in the middle of it today. But it was here that there were used to be people living permanently who would be servicing the use of Stonehenge. So they would be providing, for example, on feast days at the time of the equinox, pigs, largely. That was what people used to eat a lot in those times. And so they know that they used to make pigs because the pottery has survived. And nowadays, with very sophisticated analysing of the actual surface of the pottery, they know that pigs were actually sort of cooked in these pots for people who would visit Stonehenge from all over the country. They'd come from far north of Scotland, for example, the Orkney Isles they found, and from Europe, for example. And many people have come to visit from as far as they know, from as far as Switzerland, for example. And some people for medicinal purposes to be cured by the blue stones. But they also said it's possible they were also involved in helping to build Stonehenge in the first place as well, raising these very big stones, tipping them into a pit and then pulling it straight. And very sophisticated knowledge would need to be for this purpose, incidentally. And Darrington Walls is still possible to visit today. Of course, we can still see the actual raised wall really all round. But there is another area nearby as well where they have smaller stones as well. But it is of interest. Before the stones were there, they think they would have been actually wood, and so they would have been. That's what created these holes, which they find lots of holes everywhere. They think before the stones, it would have been wooden tree trunks, and before the actual stones were placed there, in a similar formation. Вокруг участка было основано древнее поселение. Дома были построены до того, как вырыли ров и соорудили насыпь. Во время археологических раскопок было обнаружено 8 домов. Они были маленькими, почти квадратными, большинство 5 метров в диаметре. Дома были отделены забором из деревянных свай. Крыши домов были сделаны из соломы. Стены сделаны из плетеных веток лещины, обмазаны глиной. Внутри дома был квадратный пол из твердого спрессованного мела, а в центре находился очаг. В пространстве между полом из мела и наружной стеной стояла деревянная мебель, кровати и шкафы. В этих домах, каждый из которых был достаточным размером, чтобы в нем жила небольшая семья, еду готовили вокруг очага.
Рацион жителей деревни был богат мясом. Найденное огромное количество костей свиней и домашнего скота указывают на большие пиры, которые устраивались в середине зимы. В домах было темно и пахло дымом, а ночью дом освещали огнем. Жители спали на низких деревянных кроватях и укрывались шкурами животных. Также внутри ограждения были обнаружены другие дома больших размеров и окружены глубокими рвами, как хенджи. Отсутствие свидетельств в повседневной жизни показывает, что они имели особую функцию. Вероятно, они служили для вождей или для жрецов, или могли быть местом проведения ритуалов. Okay, so I'll take you inside and we'll have a look at the furniture inside. So everything that we have in here is based on Skara Brae, but we've made it out of wood, the local material. So we've got the shelves over there, we've got the bed here. The beds from Skara Brae, they're quite small, so we believe that they actually slept while sitting up and hunched over their knees, as opposed to laying down. And an entire family would be in here, so it's quite small. There's a quern stone just over there, so they would have been able to make kind of like flatbreads. There's skulls. There's evidence on this skull of trepanning. They're replicas, but we find ancient skulls and they've got holes bored into the top, so we know that they were doing it. Pottery, their pottery's not great as opposed to later periods, but we do still find it, so it was fired. Главным достижением древнего человека стало производство керамической посуды. В эпоху неолита посуду начали изготавливать из глины. Сначала ее высушивали на солнце, а затем поняли, что если обжигать посуду на огне, то она становится прочнее и служит намного дольше. Так изобрели первый искусственный материал – керамику. Первый глиняный сосуд был простым по форме. Он имел острое или округлое дно. Лепили его руками и обжигали на открытых очагах. Посуду зарывали в землю или помещали в ямки, раскладывая вокруг огня. The ordinary Iron Age people would have probably just stood a big flat stone by the fire to cook something as simple as flatbread on. But I can't heat that up. So the fire dogs are from the late Iron Age and are found in late Iron Age graves and are high-end feasting equipment, similarly cauldrons. But we have also found tripods, though the one in the house next door is better to the Iron Age style. But if you look at where the big loop is, the chain from there downwards is based on a similar find where you'd have had two chains coming down from a tripod like the one next door to suspend a cauldron over a fire. So I've had the chain made by a blacksmith. Now, because I can't do a big stone, I've actually taken the pan off a medieval skillet. And suspended that from the Iron Age chain. Now, given they could make these fire dogs, they could have made a pan like that for the Iron Age, but they just wouldn't have used something as upmarket as this to cook flatbread in. Древние люди усовершенствовали свое умение обрабатывать камень, дерево, рог и кость. В каменном веке люди обрабатывали мел кремнием и делали из него украшения или посуду. Отверстия сверлили с помощью кремния. Иногда на это требовалось очень много времени. Также больших усилий требовало шлифование, чтобы придать нужную форму. Готовое изделие разукрашивали в разные цвета с помощью цветов и ягод. После этого вырезали разнообразные узоры.
Вот такое получилось украшение каменного века. Подобные изделия из мела использовали также для работы на ткацком станке, который впервые появился в эпоху неолита. Сначала из шерсти или волокон диких растений вили крепкие веревки и сплетали сетки для рыбалки. Впоследствии научились сворачивать не грубую веревку, а тонкую нить. Постепенно научились прясть нити, которые изготавливали из тех же материалов – шерсти и растительных волокон. Древние ткачи делали деревянную раму. К ней привязывали рядами много нитей, которые служили основой ткани, а затем их переплетали другими нитями. Это устройство было древнейшим ткацким станком. Еще один вид искусства эпохи неолита был представлен наскальной живописью. Главными персонажами были охотники, вооруженные топорами, копьями и луками, которые вместе с собаками преследовали диких животных. Для создания рисунков использовались красители различного происхождения. You see a lot of natural pigments, so like for the red colors, they would kind of use earth, and that would, I think, be mixed with water to an extent to make the pigments. They'd also use blood. They had skilled sort of painting techniques. So one of the techniques was they put a mouthful. They had a mouthful of the pigment, and then they put their hand down, and then they sprayed all over the wall to create the handprint. So that's what the handprints are. If you see those in Stone Age art, they used to do a lot of spirals and a lot of circles. There are a lot of them. I don't know why they're important, but they did find them important. For the other colors, you could use charcoal to make black, so from the fire. And for the yellows, you could use, I think, like flowers or different colors, different color dyes. The white, I believe, is limestone or a lime mixture. In this painting in particular, this is a copy of one found in Turkey, and they have a extra pair, some of the men have an extra pair of legs on, and that is an animal disguise, so they can hunt the animals more easily. Зачастую на подобных изображениях можно было найти и фантастических существ, которые, возможно, были духами и покровителями охотников. Из охоты постепенно выросло скотоводство, когда люди убедились, что приручать животных экономичнее. Занимаясь скотоводством, племена достигали существенных успехов. Они научились такому уходу за скотом, при котором стали получать больше мяса, шерсти и молока. Возникновение животноводства и земледелия привело к разделению труда. Скотоводы и земледельцы также обменивались между собой произведенной ими продукцией – шкурами, шерстью, мясом, молоком, зерном, овощами, а также ремесленными изделиями. Так появилась меновая единица, которой являлись домашние животные. Животноводство сыграло огромную историческую роль в дальнейшем развитии человеческого общества. Оно помогло древним людям повысить производительность труда, улучшить материальную обеспеченность и явилось основной предпосылкой дальнейшего развития производительных сил. Стоунхендж строили 50 поколений в течение 1500 лет. Чтобы реализовать проект такого масштаба, необходимо было обладать властью и немалым благосостоянием. Вот почему, как полагают ученые, Стоунхендж строили богатые сообщества, жившие на юге Британии. Важным элементом общественной организации были союзы. Мужская часть общины выбирала вождя из числа мужчин, которые выделялись личными талантами, знаниями, богатством и щедростью. Сначала такие люди были влиятельны благодаря своим личным качествам, но затем власть вождей стала передаваться по наследству. В результате этих процессов стало появление привилегированных слоев общества – вождей, жрецов, а также наиболее удачливых в хозяйственной деятельности. Так, в эпоху неолита возникло имущественное неравенство. На протяжении веков земледелие и ремесла создали такое богатство, что возникла относительно сложная система власти с правителями и жрецами, необходимыми для того, чтобы развивалось торговое общество.
Для эпохи неолита охота и рыболовство стало одним из ведущих видов хозяйства. Активное рыболовство способствовало созданию определенных запасов, что в сочетании с охотой на зверя давало возможность жить на одном месте долгое время. В эту эпоху каменные орудия шлифовались и сверлились, развивались прядения и ткачество. Прирост населения земледельцев и скотоводов был выше, чем у охотников-собирателей, ввиду большей продуктивности производящего хозяйства. Соответственно, та же территория могла прокормить значительно больше людей. Аграрные общины стали заполнять землю, как ранее до этого ее заполняли охотники. Захоронение Шреутон-Бейкер было найдено во время раскопок в круглых курганах в Нью-Даун, в 3 милях к северо-востоку от Стоунхенджа, на дне меловой ямы глубиной 2 метра. Это мужское захоронение было самым ранним и лучше всего сохранившимся. Найденный кубок вместе с захоронением относится к керамике желобкового типа. Характерной формой этого стиля является плоскодонный горшок с прямыми, кверху наклоненными наружу и рельефными сверху сторонами. Вероятны также иные варианты желобковой керамики, например, со сложными геометрическими узорами. Согласно одной из гипотез, такая традиция могла получить распространение по торговым путям по западному побережью Британии. Несмотря на сходство в керамике, в различных регионах сохранились различные традиции ее производства. Находки в нескольких ранних хенджах дают основание предположить, что в период неолита и бронзового века существовали свои торговые центры. В мае 2002 года в Эмсбери, в 5 километрах от Стоунхенджа, было обнаружено захоронение с удивительно богатой коллекцией предметов. Не менее 5 горшков кубкового стиля, 3 медных ножа, предмет, похожий на небольшую наковальню, 2 каменные пластины для защиты запястья, 16 тонко обработанных кремниевых наконечников стрел и пару золотых украшений для волос. Это самые ранние предметы из золота, найденные в Британии. В Эмсбери установлен памятник знаменитому лучнику. Он не был местным, а родился в Альпах на территории нынешней Швейцарии, как показал химический анализ его зубов. Возможно, он был одним из первых, кто привез методы обработки металла в Британию, которое принесло ему престиж и богатство. Лучник из Эмсбери получил свое название из-за 2 луков, которые были найдены вместе с его захоронением. Сложные луки впервые появились в неолитический период. Изготовление лука – это сложный трудоемкий процесс, который требует немало опыта и навыка. Для изготовления кибити лука необходимо специально подобранное дерево. В течение 1/2 года оно сушилось и пропитывалось смолами, и только затем из нее выстругивалась кибить. Из-за того, насколько плавно и равномерно выгибались его плечи, зависела долговечность и эффективность оружия. Изготовление тетивы было не менее сложным процессом. В эпоху неолита в дело шли хорошо просушенные и сплетенные волокна сухожилий со спины добытого зверя. Позже стали использовать растительные волокна. К каждому луку требовалось специально подбирать стрелы. Самые хорошие делались из специально просушенных бревнышек определенного вида. Древки выстругивались из старых жестких деревьев, срубленных осенью, когда их волокна содержали меньше влаги. При этом наконечник вырезали из кремния. Первобытный способ натягивания тетивы – самый простой. Его мог использовать человек средней силы. Стрельба из правильно изготовленного лука давала фантастические результаты. В 1978 году было обнаружено захоронение поблизости Стоунхенджа. Лучник из Стоунхенджа жил 2400 лет до нашей эры. Он имеет особенное строение одной из костей ног, как и лучник из Эмсбери, что позволяет говорить о родстве 2 мужчин. Однако зубная эмаль молодого человека показывает, что он вырос на юге Англии, но последние годы жизни провел в центре страны и даже на севере в Шотландии. Жизнь людей в Даррингтон-Уоллс в период постройки Стоунхенджа отличалась повседневным трудом и проведением церемоний. Раскопки показали, что в Даррингтоне, как и в Стоунхендже, была авеню, которая вела по направлению к реке Эйвен.
Она также была ориентирована на солнцестояние, на заход солнца в середине лета и восход в середине зимы. Вероятно, здесь стояли сотни домов, где проживали тысячи людей, которые строили Стоунхендж. Возможно, это было самое крупное поселение в Британии и Ирландии периода неолита, но здесь жили только в определенные времена года. Деревянные круги тоже, возможно, имели ритуальную функцию. Бревна в них были установлены вертикально, до постройки ограждения. Люди приходили сюда издалека и пригоняли свой скот. Им надо было ежедневно ходить через низкие холмы Стоунхенджа, а затем обрабатывать и вертикально устанавливать огромные камни. Только в период летнего и зимнего солнцестояния люди проводили на берегах Эйвен. Когда они возвращались после месяцев, проведенных вдали от дома, необходимо было ремонтировать старые дома и строить новые. Для землевладельцев, которые зависели от хорошего урожая и домашнего скота, зима была временем, наводившим страх. В зимние месяцы дни становились короче, а запасы еды заканчивались. Возможно, это и послужило причиной строительства Стоунхенджа. Rather interestingly, this position, we wonder why it was placed in that position. And so it's possible it was placed in that position because of the action of the ice. Because the ice had within it stones, which as it moved would scour the earth. And so this has made straight lines, and this has made a kind of road, but it's not man-made. It looks man-made, but it's not man-made, it's natural, this road. But the ancient peoples would have felt there must be some spiritual reason for that being in that place. So that's why they feel it would have been placed there, because of that particular reason, and also to be aligned with the movement of the sun, of course, and which of course it's actually very much obviously the sun shines at the time of the equinox directly through the middle, as we know, and so it's has inside a horseshoe shape stones which are much larger, and then the outside the stones outside. And so we have the blue stones, which are said to be the blue stones have been moved many times. So these have been placed according to the position of the sun, the movement of the sun, many times. Then the to accommodate the larger stones. It's about the larger stones put in afterwards. But those blue stones, it looks like they had been in place earlier in southwest Wales, but they were already in a circle. They weren't carved out especially for Stonehenge. They were already carved out in that place in southwest Wales. So they were picked up, put on and moved, already carved out, already made for a circle in Wales. And so they would have been again put on a sledge, as we then on rollers, and pulled towards the coast, and probably put on a raft, and eventually taken to the River Avon. And so it's probable that the people actually would actually pull the raft down the River Avon, floating. And so when they get to near Stonehenge, again they would follow the course of this natural road made by the ice, and they'd pull this up from the River Avon. So the blue stones very much felt to have some sort of medicinal purpose, because they're warmer. The actual temperature is warmer than the sarsen stones. And people would go them to chip bits off. So examining them, looking at them very carefully, you can see people have broken pieces off over thousands of years have been broken away, because people have taken pieces away to keep wear, probably as amulets to ward off ill health. С помощью Стоунхенджа узнавали, когда наступил самый длинный и самый короткий день года. Стоунхендж ориентирован с северо-востока на юго-запад через открытые концы подков из арсенов и голубых камней до основания большого трилитона, где лежит алтарный камень. Эта ось отражает события движения Солнца. В день летнего солнцестояния 21 июня Солнце восходит над пяточным камнем. Два трилитона на концах подковы ориентированы на заход Солнца в летнее солнцестояние и восход в зимнее солнцестояние. Два других трилитона были предназначены для наблюдения за восходом и закатом Луны. Согласно гипотезе Хокинса, Стоунхендж не просто обсерватория, а гигантский каменный амфитеатр для вычисления годов, когда может произойти затмение.
Представив себя на месте доисторического жреца, он писал следующее. Если раз в год перекладывать камень по кругу из одной лунки в соседнюю, то можно предсказать все предельные положения Луны, а также затмения Солнца и Луны в солнцестояниях и равноденствиях. Если взять три белых камешка и положить их в лунки 56, 38 и 19, и три черных камешка положить в лунки 47, 28 и 10, и каждый год в день летнего и зимнего солнцестояния перекладывать по часовой стрелке камешек в соседнюю лунку, то черный или белый камень попадет в лунку 56 каждые 9, 9, 10, 9, 9 и 10 лет. Это предупреждает о восходе Луны над пяточным камнем. Белый камень попадает в лунку 51 через интервалы 18, 19 и 19 лет. Это предупреждает о событиях, связанных с высокой Луной. Белый камень попадает в лунку 5 каждые 19, 19 и 18 лет. Это предупреждает о событиях, связанных с низкой Луной. Так может быть отсчитано 18,3 года, равные продолжительности полного цикла лунных затмений. Средний интервал между двумя полнолуниями составляет почти 30 дней. Для ведения счета этим дням жрецы Стоунхенджа переносили лунный камень поочередно в каждую из 30 арок Сарсенового кольца. Если его перемещать на одну позицию каждый день, то лунное затмение происходит, когда лунный камень лежит в арке 30, а солнечное затмение происходит, когда камень лежит в арке 15. Согласно мифологии, лунный камень изготовлен из затвердевшего куска света. Если взять камень в левую руку и показать его Луне, то он вберет в себя лунный свет и начнет светиться. Блеск камня становится сильнее с ростом Луны и достигает своего пика в полнолуние. В полнолуние он становится на ощупь ледяным, и считается, что именно в таком состоянии камень наиболее пригоден для совершения магических действий. Считалось, что человек, обладавший лунным камнем, мог предсказывать будущее. Возможно, поэтому жрецы использовали его в вычислениях движения Луны. Траектория Луны, видимого движения по небосводу, гораздо сложнее, чем у Солнца. На каждое крайнее положение Солнца приходится два крайних положения Луны, и каждое из этих положений зафиксировано в структуре Стоунхенджа. То же самое наблюдается в Вудхендже, который был построен из дерева. Его ориентация обозначает день летнего и зимнего солнцестояния. Возможно, зима была более важным временем года, поскольку в поселении Даррингтон-Волс проводились пиры именно зимой. В 2500 году до нашей эры к югу от Даррингтон-Волс был построен Вудхендж. Его окружает насыпь и внутренний ров с одним входом на северо-востоке. Внутри площадки было 7 концентрически круговых ям, отличающихся друг от друга по размерам, где находились большие, вертикально стоящие столбы под открытым небом. Возможно, они были украшены орнаментом. В большинстве из 168 отверстий обнаружены следы деревянных свай, однако между вторым и третьими кольцами свай могли находиться менгиры, как показали раскопки 2006 года. Самые глубокие свайных отверстий достигали 2 метров, а высота деревянных свай по оценкам составляла 7,5 метров над уровнем земли. Масса каждой сваи составляла 5 тонн, а их расположение напоминало композицию из особого рода известняковых камней в Стоунхендже, относящихся к третьей стадии сооружения памятника. В настоящее время места нахождения древних свайных отверстий маркированы современными бетонными сваями. В фундаменте деревянных столбов была обнаружена керамика желобкового типа, кремниевые орудия и кости животных. Каждый из деревянных кругов, возможно, имел какое-то значение. В одних было больше керамики, в других – костей животных, а в центре площадки находилось захоронение. Возможно, столбы были соединены горизонтальными брусьями для создания деревянного варианта Стоунхенджа. Как и у Стоунхенджа, входы в Вудхендже ориентированы на восход солнца в середине лета, а диаметр в 33 метра деревянного круга Вудхенджа и каменного круга Стоунхенджа одинаковы.
К западу от Вудхенджа лежит сарсеновый валун, известный как Кукушкин камень. В ходе раскопок рядом с камнем была найдена неглубокая впадина в слое мела, где он первоначально лежал, что доказывает его местное происхождение. Он не был привезен, как сарсеновые валуны Стоунхенджа. Установленный вертикально в период позднего неолита, камень стал центром для некоторых захоронений в период Бронзового века и местом, где совершались другие ритуальные обряды. Солнцестояние было особым моментом годового цикла для людей во времена неолита, о чем свидетельствует построение самого Стоунхенджа. День зимнего солнцестояния до сих пор традиционно отмечается у каменного мегалитического сооружения. Последователи древних друидов и обычные жители приезжают к Стоунхенджу, чтобы встретить восход солнца. Термин «солнцестояние» происходит от латинского слова «solstitium», что означает «солнце стоит на месте». «21 декабря, день зимнего солнцестояния, приходится на самый короткий день и самую длинную ночь в году. Это астрономическое событие издревле связано с множеством культурных мифов и традиций. «21 декабря 2019 года восход солнца должен начаться в 8:10. Всю ночь дул сильный ветер и лил сильный дождь, но к 6 утра ветер и дождь прекратился. День зимнего солнцестояния 2019 года не на шутку взбудоражил астрологов, потому что совпал с таким явлением, как холодная луна. Специалисты считают, что это может повлечь за собой изменения в поведении людей. Но в этот день все люди были доброжелательны. Порядка 5000 человек встретили самый долгожданный рассвет в 2019 году в центре Стоунхенджа. В остальные дни года подойти к конструкции нельзя ближе, чем на 10 метров, поскольку памятник истории огорожен забором. Ежегодное астрономическое событие отмечает максимальный угол наклона земной оси относительно Солнца. Декабрьское солнцестояние происходит в один и тот же момент во всех уголках Земли каждый год, когда Солнце достигает самой южной точки наклона. Это происходит, когда южный полюс наклонен на 23,5 градусов от Солнца, обеспечивая наименьшее количество часов солнечного света в день. Самый короткий день в году длится в течение 7 часов 49 минут и 41 секунды в Великобритании. Этот день на 8 часов 49 минут короче, чем день в летнее солнцестояние в июне. Зимнее солнцестояние было чрезвычайно важно в жизни первобытной общины, поскольку люди не были уверены в том, что они хорошо подготовились к зиме в течение последующих 9 месяцев, и что они могут пережить эту зиму. Голод был распространенным явлением в зимний период, с января по апрель. В умеренном климате февраль, середина зимы, был последним праздником перед началом тяжелого зимнего периода. Большая часть скота в это время забивалась, поскольку его нечем было кормить в течение зимы. Поэтому время зимнего солнцестояния было единственным периодом года, когда больше всего потреблялось свежего мяса. В это время большая часть вина и пива, сделанная в течение теплого времени года, доходила наконец до готовности, и его можно было пить. Празднества проводились не только непосредственно в день, они начинались в полночь или на рассвете, а чаще всего накануне. Тысячи лет назад этот день был одним из самых почитаемых праздников,
После уборки урожая и подготовки к зиме солнцестояние считалось вторым рождением, символизирующим начало более легких и светлых дней. May we have your leave to sing? And it's a song from Wales. We wanted to honour these stones that come from Welsh, with a Welsh language song. And to mark the solstice, we're going to sing a song. I'd love you to join in. And the words are, it's a song from Dorset, the traditional solstice song. And the words are, slowly round the earth is turning. Turning always until morning, and from morning until night. So we'll sing it a few times together, and then we're going to break up into three and sing it as a round. Друиды в этот день устраивали праздники на одном из самых загадочных археологических памятников на Земле. Древние друиды жили во времена Железного века до римского завоевания 43-го года нашей эры. Они жили более чем тысячи лет после того, как Стоунхендж был заброшен. Современные друиды появились в 19 веке. Один из старейших современных друидов – король Артур Пендрагон. По его мнению, он является реинкарнацией легендарного короля Артура. Связь между друидами и Стоунхенджем основана на произведениях антикваров 17 и 18 веков, включая Уильяма Стюкли. Гравюра конца 18 века Спарроу показывает друида рядом с сооружением, напоминающим Стоунхендж. Подробные изображения были созданы под влиянием Стюкли и других антикваров. В 45 году до нашей эры Юлий Цезарь в своем юлианском календаре установил для Европы 25 декабря как дату зимнего солнцестояния. С тех пор за счет разницы между календарным годом 365,25 дней и тропическим годом 365,24 дня произошел сдвиг фактического астрономического солнцестояния примерно на 3 дня за каждые 4 столетия. Достигнув в XVI веке даты 12 декабря. В 1582 году папа Григорий XIII решил восстановить точное соответствие между сезонами и гражданским годом, но при этом он ссылался не на эпоху римского императора, а на Никейский собор 325 года, период становления основных христианских праздников. Таким образом, папа аннулировал 10-дневную ошибку, накопленную за период с 4 по 16 века, но не учел 3 дня, набежавшие между 1 и 4 веками нашей эры. Эта корректировка календаря сдвинула зимнее солнцестояние в северном полушарии примерно до 22 декабря. До сих пор в григорианском календаре солнцестояние колеблется на 1 или 2 дня. Ландшафт вокруг Стоунхенджа имеет одни из самых больших концентрических круглых курганов бронзового века в Англии. Круглые курганы являются местом погребения богатых людей в эпоху бронзового века с 2300 до 1600 года до нашей эры. В каждом кургане был захоронен один человек с множеством личных вещей, которые включали в себя керамические изделия, каменные, костяные и бронзовые орудия, и ювелирные украшения из экзотических материалов. Агат очень высоко ценили древние люди, которые считали его камнем здоровья и долголетия. Они предполагали, что агат при особых обрядах может сделать человека невидимым. Согласно древней легенде, агат – это глаз небесного орла, который упал на землю во время битвы между темными и светлыми силами и превратился в камень. С тех пор камень-глаз смотрит на людей и отделяет злые дела от добрых. Согласно легенде, золото пришло через золотые капли дождя, пролившегося с солнца. Золото в эпоху неолита добывалось благодаря его широкому распространению в самородках. Оно ассоциировалось с богами, силой и властью. Янтарные изделия использовались древними людьми для проведения магических обрядов. Янтарные амулеты носились с целью привлечь удачу и уберечься от болезней. По легенде,
Янтарь – это осколки второго солнца, которое упало в море. Оно застыло при падении и разбилось на мелкие кусочки, а волны выбросили их на берег. Ювелирные изделия из этих материалов, которые были найдены в курганах, говорят о том, что они принадлежали состоятельным людям эпохи неолита. It is a place of burial. Of course, we have many burial sites all around, called burrows, and or barrows really, barrows. And so these sites have been even sort of predating Stonehenge really. There's always been these very important burial sites, probably for local chieftains. Time passed though, a change came about with people who brought metal. And so they brought metal from Europe. They had, so for example, copper and bronze. It brought about new changes in society because the metalwork was like currency, became like currency. So it was possible for people to become very wealthy. So therefore we started to have this strata in society, this changed society. Today, very possibly, we will never know for sure really why Stonehenge was built where it is. But it's possible it's a connection with the ancestors. Курганы находятся вдоль вершин нескольких гребней. Первоначально здесь насчитывалось 300 холмов в радиусе 3 километров от Стоунхенджа, которые удалось идентифицировать. Чешевидный курган, окруженный рвом. Колоковидный курган с наклоном между курганом и рвом. Дисковый курган со рвом и наружной насыпью. Курган Блюдце, низкий холм со рвом и насыпью. И курган Пруд с концентрической впадиной, окруженной насыпью. Следы, оставшиеся под холмами, показывают, что когда их строили, местность была с пастбищами и немногочисленными деревьями. 7 курганов Stonehenge Down расположены к юго-западу от Стоунхенджа. Среди них хорошо сохранился дисковый курган и курган в форме колокола. Курганы ипподрома находятся на гребне низкого хребта. Чешевидные и колокообразные курганы были хорошо видны с этого места. Здесь обнаружены кости и бусинки из янтаря и стекла, а также керамические сосуды. К востоку от Стоунхенджа расположены старые и новые королевские курганы на гребне ближайшего хребта на расстоянии более 1 километра. Старые королевские чешевидные курганы сооружены в основном из дерна. Новые курганы отличаются необычной конструкцией. Они были сделаны из дерна и мела, добытого из окружающего рва. В бронзовом веке к длинному кургану на перекрестке Уиттерборн-Сток были добавлены меньших размеров чешевидные, дисковые, блюдцевые курганы, а также редкие курганы-пруды. Здесь найдено множество керамических сосудов с украшениями, наконечники копий и бронзовых кинжалов. Курганы Нормантон-Даунс расположены вдоль гребня низкого хребта на юге Стоунхенджа. Они отличаются разнообразием форм, безупречной симметрией и богатым содержимым. Здесь находится группа крупных больших дисковых курганов. В кустовом кургане были обнаружены бронзовые кинжалы с уцелевшими элементами деревянных рукояток, украшенные сложными узорами из миниатюрных золотых булавок. Эти артефакты датируются 1800-ми годами до нашей эры. Круглые курганы, сгруппированные на вершине каждого холма, демонстрируют значение Стоунхенджа в период кубковой культуры и бронзового века. Этот священный памятник на протяжении тысячелетий остается местом, обладающим огромной притягательной силой.